Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною в студії адвокат Сергій Ковальов. Вітаю вас. Доброго дня. Та віце-президент спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Через 4 роки після укладення угоди Верховний суд України визнає договір купівлі-продажу квартири недійсним. Упорядковане житло має бути витребовано від добросовісного покупця і повернуто продавцю. Українські суди в подібних ситуаціях зазвичай ставили на бік сумлінного покупця, але цього разу судді фактично захистили інтереси шахраїв. І такі випадки не поодинокі. Тож адвокати закликають українців бути пильними при укладенні подібних угод. Про те, як не стати жертвою шахраїв та які ризики існують при купівлі нерухомості на вторинному ринку, дивіться далі у програмі «Прайм Аналітика». А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож у нас сьогодні така дуже цікава і резонансна тема щодо купівлі житла на вторинному ринку. І тут, я думаю, що треба почати з самого початку. І починається все з рієлторів. Тобто людей, які допомагають з купівлею житла. І тобто тут важливо зрозуміти, де починається відповідальність рієлтора і де вона закінчується. Щоб для телеглядачів було це теж очевидно і не виникало ніяких питань з цього приводу. Я думаю, пані Лариса, ви більш можете докладно з цього приводу розказати. Розкажіть, яка там ситуація, де закінчується і починається відповідальність ріелтора? Ответственность риэлтора, точно так же, как и ответственность любого предпринимателя, начинается в момент оказания договора, согласно договора, подписанного с клиентом, который обратился за услугой в компанию. В рамках этого договора прописывается ответственность сторон, и в рамках этой ответственности риэлторская компания или риэлтор, я не знаю, кого выбирает конечный потребитель, несет ответственность согласно украинскому законодательству. Говорить сейчас о том, что во всех смертных грехах виноваты риэлторы, это будет некорректно, потому что профессия риэлтора – это такая профессия, которая состоит из нескольких профессий. Это новая профессия, молодая профессия. Закона о риэлторской деятельности в Украине, к сожалению, до сих пор нет. Мы пытаемся, Союз специалистов по недвижимости Украины, как самая крупная организация общественная в Украине, пытается уже несколько лет, мы работаем над тем, чтобы этот закон наконец-то приняли. Вот на прошлой неделе я была в фонде Держмайна, я вхожу в рабочую группу по написанию закона о брокерской деятельности. Было принято решение на рабочей группе год назад с фондом Держмайна, что это будет закон не о риэлторской деятельности, а о брокерской деятельности. Есть уже проект закона, который прошел все министерства, все согласования, и уже скоро он будет выноситься на первое слушание. Для чего он нужен? Для того, чтобы дать официальный статус этой профессии. Потому что профессия риэлтор – это продавец недвижимости. Это не юрист, это не адвокат, это не нотариус. Это человек, который слушает боли клиента, который очень часто мирит всех членов семьи для того, чтобы осуществить эту продажу и покупку. Психолог, продавец, маркетолог и немножечко юрист. Союз специалистов по недвижимости Украины, как общественная организация, и в частности я, как глава комитета по обучению, мы придаем очень большое значение обучению риэлторской среды и для того, чтобы профессиональная среда развивалась и была более, больше бизнеса, кажется, украинскую, да? У нас есть курсы, на которых обучаются риэлтора, есть курсы при Минюсте, которые заканчивают нотариусы Украины, и мы проходим программу повышения квалификации и очень много вкладываем в профессиональную среду. Для того, чтобы клиент обратился, прежде всего, обращаясь за услугами по приобретению недвижимости, необходимо анализировать и смотреть,
кому вы обращаетесь, как давно компания на рынке, какой перечень услуг она оказывает, какие отзывы клиентов есть, которые обслуживались, какая репутация у этой компании. Это так же, как и у адвокатов, так же, как у нотариусов, так же, как у строителей, так же, как в любом другом бизнесе. Потребитель обращается за услугой, и он должен навести справки, по крайней мере, изучить вопрос, с кем он будет дальше работать. В любой профессии и в любой отрасли есть какие-то свои пикантные моменты, назовем их так. Не без этого. Ответственность риэлтора в том, чтобы найти тот вариант, который человек хочет, заказывает, либо найти того покупателя, который хочет это купить, и чтобы это было взаимовыгодно обеим сторонам. И, безусловно, это только часть услуги, и, безусловно, юридическая составляющая – это самое главное, потому что безопасность приобретаемой недвижимости – это номер один. Это номер один. Дякую, зрозуміло. І, пане Сергію, я думаю, наступне питання до вас. Тобто, ми розуміємо, що після продажу нерухомості, там, квартири на вторинному ринку, можуть бути ще проблеми і дуже багато таких випадків. Можливо, ви конкретно вкажете, які, наприклад, справи ви з цього приводу ведете, для того, щоб конкретно на прикладі зрозуміти, коли після покупки квартири виникали якісь інші проблеми, про яких не здогадувалися люди, і, можливо, ви теж будете таким чином дасте рекомендацію, що потрібно робити, перш ніж купувати квартиру на вторинному ринку. Якщо говорити о конкретних примерах, мабуть, то сюжет короткий, з якого почався ефір, я, мабуть, об цій ситуації і поговорю, наприклад, почну говорити о ній. На примерах всегда проще. Эта ситуация как раз по нашему клиенту, клиенту адвокатского объединения, в котором я работаю. Ситуация такова. В 2014 году, там короткий анонс уже был, я добавлю детали, да, юридических. Вот специалистам это наверняка будет интересно. Вот с точки зрения посмотреть риэлтору, нотариусу, даже юридический поверхностный взгляд на эту ситуацию, абсолютно чистая сделка была. То есть есть собственник 10 квартир в доме, конкретно называю дом, улица Ямская, 35/34 в городе Киеве, и наш клиент, остальных не имею права называть, это квартира номер 101, Матущак Людмила Анатольевна. Покупает человек, хочет купить квартиру, смотрит, просмотрели правоустанавливающие документы, все в порядке. Есть здесь представитель этой чешской компании, есть на него доверенность. Это забудовник чешской компании. Нет, это уже не застройщик. Если мы же как раз говорим сегодня о вторичном рынке, то есть это уже было у застройщика, чешская компания купила и теперь перепродает. То есть 10 квартир. Скорее всего, это чешская компания, это, скорее всего, один из дольщиков этого проекта. Просто через чешскую компанию там 10 квартир – это вот доля некого инвестора, одного из. Кто за ней стоит, мы не разбирались. У нас задача чуть другая. Чешская компания продает людям квартиры. По доверенности выступает представитель. Доверенность удостоверена чешской почтой. Это аналог нашего удостоверения нотариального. То есть, плюс у нас есть закон с Чешской Республикой о правовой помощи, в котором сказано, что принимаются наши документы нотариальные и их, аналог нашего нотариального, то есть удостоверенные чешской почтой, без дополнительного удостоверения, легализации, апостили и всего прочего. То есть, так две стороны договорились. То есть, нотариус это все проверяет, видит, что пришел представитель с полным комплектом правоустанавливающих документов на квартиру. Вот. То есть, в реестре все чисто, арестов нет, обременений нет. Все хорошо, сделка состоялась. Более того, оплата происходила не в руки, что называется, а на текущий счет чешской компании, открытой в украинском банке. А в Киеве проходит оплата, это значит, что вторая сторона приняла исполнение. То есть и на счет, подчеркиваю, не представителя этого физлица, а на счет юридического лица. Если я правильно разумею, то люди купили квартиры, была достаточно чистая, нормальна справа цього приводу. Тобто, і теоретично ні в кого не повинно було з'явитись ніяких питань. Правильно? Так. Навіть якщо раніше питання виникали, чому до, може, якогось определеного часу адвокат, юрист не потрібен був для таких зробок, тобто, хватало перевірки нотаріусом і перевірки ріелтора, навести справки о квартирі, все. Тому що до последнего времени Верховный суд как-то стоял на стороне добросовестных приобретателей. То есть квартира, если
Продажа прошла нормально, деньги заплачены, то есть их получил в итоге собственник, а не представитель. То есть это проблемы собственника. Почему он отдал свои правоустанавливающие документы какому-то лицу? Ну, в розыске они не состояли, эти документы. Уголовного дела по этому поводу не было. То есть, почему он отдал? То есть эти риски, это его были риски. То есть вопросов к добросовестному приобретателю быть не могло. Да, иски такие периодически появлялись, но в их удовлетворении суды отказывали. И в частности, ссылаясь на практику Верховного суда по добросовестным приобретателям. Ну вот, недавно случился казус у нас, такой 6 ноября Верховный суд по нашей клиентке Матущак Людмиле Анатольевне вынес решение не в ее пользу. Первая инстанция была в нашу пользу, апелляция не в нашу, и Верховный суд оставил в силе решение апелляции. Ну, тобто квартиру після оформлення цієї справи повернули колишньому власнику, да, я правильно розумію? Основання крайне простое. Оказывается, этот представитель был неуполномочен. И вот откуда мог знать нотариус, которому принесли документ по форме, соответствовавшей законодательству? Откуда мог знать человек? То есть, ну, никто не знал, не мог знать. И более того, Верховный суд прямо в решении прописывает, что да, наш клиент добросовестный приобретатель. Но при этом мы на всякий случай заберем, потому что вот есть решение чешского суда, где сказано, что доверенность немножко подделали. Но доверенность подделали, ребята. Ну... Дякую хвилинку, пані Лариса. Тобто, от, якщо ми подивимося цю ситуацію, ну, трошечки збоку. Ну, тобто ми бачимо, що ріелтор виконав свою частину роботи, він знайшов нерухомість, ну, конкретно у цьому випадку. От, прийшла... про що? Договір куплі, я так розумію, продажі, і потім через там рік той, хто продав квартиру, він ініціює судове рішення щодо повернення йому квартири. Тобто в цій ситуації це вже не відповідальність ріелтора, чи ріелтор якимось чином несе за це відповідальність згідно договору? Я не можу сейчас говорить о том, был ли мальчик, был ли риэлтор. Это раз. Во-вторых, я не видела договора, который риэлтор заключал на услуги со своим клиентом. Это два. Это будет некомпетентно. Да? Надо видеть предмет, что мы обсуждаем. Что я могу прокомментировать по поводу того, что сказал Сергей? Только лишь то, что это рисковая сделка, это видно изначально. Если юрлицо, не резидент, продает и есть доверенность, однозначно наши клиенты такую недвижимость не купят, потому что мы категорически не рекомендуем делать такие приобретения. Вообще, в принципе, сделки с доверенностью – это гораздо больший риск, чем просто договор купли-продажи, когда присутствуют все собственники. Хотя, если читать наш гражданский кодекс, вот я как юрист, да, если читать наш гражданский кодекс и читать статью гражданского кодекса об исковой давности, там есть такая интересная фраза. Срок исковой давности, срок общей исковой давности составляет 3 года и начинается с момента, когда физическое лицо узнало о нарушении его прав. Какой риэлтор, какой адвокат и какой нотариус может гарантировать, вот у меня вопрос, да, оппонентам, может гарантировать, что физическое лицо в течение 3 лет не узнает о нарушении каких-то своих прав? Я, например, у меня есть компания, в которой я работаю, да, и когда мы делаем проверку юридическую документов, мы проверяем до первого собственника. Если это юрлицо, без того, чтобы не поговорить по скайп-сессии с представителями юрлица в Чехии, без того, чтобы не добиться в переговорном процессе, чтобы собственники прилетели в Украину, сделки бы не было, просто не было. Если это уже обращение к потребителям. Сейчас очень много, к сожалению, из-за того, что нет закона о риэлторской деятельности, нет порога входа в профессию, очень много случайных людей в профессии. И это очень сильно имидж профессии, ну, портит, скажем так. Да, и это в минус всем потребителям. Поэтому у меня просьба ко всем, вот люди смотрят эфир, обращайте внимание, куда вы идете, с кем вы заключаете договора. Если вы заключаете договор с ФОПом, наведите о нем справки. ФОП тоже имеет право на жизнь, но вы же понимаете, что ФОП, он может быть менее компетентным, он может, вы завтра можете его не найти. Если есть юрлицо, которое работает много лет на рынке, и у него есть репутация, его знают,
знают и знают все, и вы можете проверить уставные документы, можете, это больше гарантий для покупателя, чем просто кто-то, непонятно кто. Почему-то бытует мнение такое у населения, что лучше сэкономить на услугах агентства. Да, вы сэкономите на услугах агентства, но потом вы заплатите в 3 раза дороже адвокатам, потому что хорошее агентство – это помощник и друг, и советник. И в хорошем агентстве всегда есть юродел, в котором работают юристы, которые проверяют эти все документы. И люди, покупая недвижимость, они просто счастливы от того, что они воплотили в жизнь свои мечты. А если человек сам непонятно где обучался, непонятно, какое у него образование, непонятно, как он самообразовывается, у него нет никакого, он не принадлежит, даже принадлежность к общественной организации того или иного риэлтора говорит о многом. Если человек активный член общественной организации, принимает активное участие в развитии отрасли, да, принимает участие в курсах, в обучении, в каких-то семинарах, тренингах, вы можете всегда навести справки в этой общественной организации. Есть ли, вы можете проверить реестр членов общественной организации, вы можете почитать его страничку, его аккаунт. Ну, тут уже требосумленно подходит до процессу выбора риэлтора. Надо очень тщательно подходить к выбору риэлтора, да. Ну, так же, впрочем, как и к выбору нотариуса, так же, как и к выбору адвоката, потому что не очень компетентные специалисты есть во всех отраслях. Дякую, пане Сергію. Як щодо реєстрів? У нас в Україні безліч реєстрів, і якщо в одному реєстрі все нормально, то в іншому може бути, що не все нормально. От розкажіть, нашим телеглядачам, я дуже теж буде цікаво це зрозуміти, тобто я з цим стикався, але я думаю, що ви більш кваліфіковано відповісте, коли, наприклад, в одному реєстрі все добре, а в іншому все не добре, а в третьому ще якось по-іншому. Ну, тобто, яка там ситуація і чому такая ситуация у нас в Украине с этим склалась? С реестрами конкретно. Я перед этим оговорку сразу сделаю. Я не пришел оппонировать риэлторам, и никто в той ситуации не обвиняет ни риэлторов по той простой причине, что там их, может быть, вообще не было. То есть мы, наше адвокатское обвинение, включилась в ситуацию уже, когда, знаете, есть проблема, клиент пришли. К сожалению, часто и чаще всего люди приходят, и это проблема у нас в обществе, что к адвокатам обращаются, когда уже есть проблема, а не на упреждение. Нам гораздо больше профессионалам нравится работать на упреждение проблемы, как и коллегам-риэлторам профессиональным. Да? То есть, вот тут как раз потребны реестры и великие кількість. По реестрам. С ними нужно уметь работать. С реестрами может помочь и нотариус, к которому человек приходит. Здесь, как бы, если по реестрам пройтись, то нотариус в преддверии сделки имеет право в интересах клиента своего, который обратился, просмотреть. Это абсолютно доступно. Вот человек хочет купить, тем более, если придет собственник, который даст согласие на это. Да? То есть есть реестр недвижимого имущества, ипотек. Это окремая функция у нотариуса. Клиенту потребно просто нотариусу сказать, что а мне хочется, чтобы вы еще в реестрах окремо це перевірили. Правильно розумію? В разных реестрах есть разные полномочия, разные доступы. Какие-то реестры только под сделку можно открыть. Какие-то реестры можно открыть заранее, проверить заранее. Более того, есть ситуации, когда мы говорим, что если бы все так было просто по реестрам, то, в принципе, адвокат на стадии там, покупки недвижимости он не нужен. Адвокат, юрист, неважно. Человек, который профессионально подкован в законодательстве, именно связанном с недвижимостью, и знаком с практикой. Так вот, есть вопросы, когда в реестре может не быть ареста вообще. Вот один из примеров у нас был в практике. Но должником был человек по исполнительному производству, и был арест незарегистрированный. Да, это, то есть нотариус сделку проведет, сделка пройдет, но потом это основание у кредиторов этого должника эту сделку оспаривать, признавать недействительной, потому что он-то знал об этом аресте, он знал об ограничении своего права. Другое дело, что этот арест не был зарегистрирован, но регистрация у нас дает лишь... Адвокаты допомогти в этой ситуации? Адвокаты могут обратиться к реестру исполнительных производств. Параллельно. А. Есть еще реестр исполнительных производств. Посмотреть, должник ли. Также, что мы проверяем, когда вот мониторим квартиру, как правильно коллега сказала, до первого звена, скажем так, собственников. Мы смотрим, а насколько эта квартира часто фигурирует в спорах. Да, у нас реестр судебных решений, он как бы на первый взгляд не персонифицирован. Там особо один, особо два, но
На самом деле реестр индексирует и адреса, и квартиры. Да, его не видно, ну, то есть ты пишешь, например, Харьковское шоссе. Не видно участников, но видно объект. Мы пишем Харьковское шоссе. Вот я на примере конкретно. Забиваем в поисковик ключевое слово Харьковское шоссе. Выбивает решение, мы на него клацаем, открываем. Мы смотрим, там слово Харьков ключевого нет. Значит, оно запрятано в слове адреса. И квартиры номер 150, цифра 150 тоже нет. Значит, это есть нюансы, да, есть механизм, как можно, да, в интересах своего клиента максимум собрать информации. Если это квартира... Вы же так в прямом эфире открываете карты, их все можно зарубить нашим телеглядачам. Мы это делаем точно так же, как это делает Сергей. Всегда по каждой сделке перед предварительным договором все проверяется, потому что люди выходят на... Они делают предоплату, они хотят приобрести, они подтверждают свое намерение. И для того, чтобы сделать эту предоплату, надо, человек должен понимать, что он уже покупает легальную недвижимость, там, где все в порядке. Более глубокие проверки, конечно, делаются потом. Если выплывают какие-то нюансы, какие-то моменты, тогда мы переговорным путем договариваемся со сторонами, объясняем, аргументируем. Если можно что-то поправить, помогаем. Если нельзя ничего поправить, значит, просто расторгаемся. Вот и все. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Теперь я понимаю, насколько будет разумный мой дедушка, который без всякого образования сказал, что на базаре существует два дурака. Один купует, другой продает. А кто из них больше, покажет время. Вот это мне говорится, люди с образованием, и все в них непонятно. Извините, как можно так учиться? Ну, вот питання риторичне. От, пане Сергію, от якщо ми подивимося більше в практичну таку сферу, і ну ми ж розуміємо, що є дуже багато нюансів. І про які нюанси потрібно знати громадянину України, щоб купити на вторинному ринку нерухомість? Тобто саме основне, от з вашої точки зору, саме основне, да, якщо ми говоримо про те, що да. Ну вот очень хочется сэкономить на адвокате, риэлторе, нашел квартиру сам, но денег впритык и хочется сэкономить. Тогда нужно хотя бы самостоятельно соблюдать, соблюдать такие правила. Первое. Ни в коем случае не занижать стоимость объекта. То есть в таком случае, если даже будет признание недействительной сделки, то вам идет реституция, то есть возврат на круги своя, каждая сторона возвращает. И вот, как правило, когда стоимость указана, она реальная в договоре, то не возникает соблазна признать такой договор недействительным. Потому что, ну, смысл, ты вернешь, плюс тебе человек выкатит еще счет на ремонт, на неотъемлемое улучшение. Ну, то есть дверь новую входную, ее невозможно забрать с собой. Человек покажет счет, скажет, прибавьте к этому вот еще, пожалуйста. И какой смысл судиться? Никакого. То есть большинство сделок, это вот два варианта. Либо люди занизили стоимость, либо, как вот в той ситуации, которую разбирали, люди купили коробку бетонную, да, за 3 года вложили туда, по сути, достроили дом, мы знаем, как у нас дома на бумаге сдают в эксплуатации. Как бы сдали, а там лифта нет, а там придомовой территории нет. Люди за свои деньги создают ОСМД, достраивают это все дело. То есть квартира из там условных 50 тысяч стоит 100. Да, каких-то единиц, неважно. И что мы получаем? На эти 50 тысяч и хотят получить доход в виде этих 50 тысяч вот такие недобросовестные продавцы. Они в погоне за этим и подают иски, признают недействительным, потому что вернуть нужно всего 50, а продать можно за 100 сегодня. Вот. А человек кто-то, как мы знаем, там тоже чеки не сохранил, у кого-то строители, друзья работали, помогали, то есть обосновать вот это улучшение неотъемлемое человеку сложно. То есть правило номер один, мы занижаем, не занижаем, собираем чеки. Это правило номер один. Правило номер два. По возможности избегаем доверенности, по возможности ведем напрямую общение с собственником. То есть если вам говорят, собственник будет через месяц, квартира может уйти, ну, лучше себя пересилить, конечно, найти другую, да, подождать, пока через месяц приедет собственник. Потому что может он вообще не приедет, и может он вообще не знает, что он хочет продать свою квартиру. От, то есть не зв'язуватися з довірностями. Ну, тобто навіть є довірності там, нотаріальна, там, якась за пустилем, це не має значення. Неважно, от в даному випадку ми говоримо, да, там чешська історія, це, так українська могла така ж бути історія. Тобто к нотаріусу прийшов чоловік, елементарно там підписав лівою рукою, і завтра хтось сказав, що це не його підпис, розумієте? Ну, ну, то есть... У нас теж є різний опит у клієнтів, коли йдуть бракорозводні процеси, коли йде розділ імущества, коли є якісь
согласия сторон, когда стороны пускаются во все тяжкие, делают разные непонятные поступки, которые потом в суде рассматриваются. Угу. Это сплошь и рядом, каждый видит свою выгоду. Я хочу добавить к словам Сергея доверенностям, ну, по максимуму. Ну, это может быть доверенность, если вы, например, собственник завтра улетает куда-то на неделю, и вы сегодня его видите, с ним разговариваете, вместе пошли к нотариусу, сделали эту доверенность. Ну, хорошо, угу. Не вопрос. Если, ну, и жена, если и жена продает. И жена продает. Но если эта доверенность непонятно откуда, непонятно какая, не внесена в реестр, и мы не можем увидеть человека, не можем увидеть его документы, не можем увидеть паспорт, однозначно нет. Что еще, когда вы покупаете недвижимость, обязательно надо, чтобы, вот я настаиваю на этом, обязательно должны быть справки из всех организаций, обслуживающих, об отсутствии долгов. Я понимаю, что долг нельзя привязать к объекту. Долг привязывается к физическому лицу, потому что физическое лицо, как человек, заключает с обслуживающей компанией договор и несет ответственность. Но управляющая компания начинает манипулировать из-за того, что тотально юридическая неграмотность населения, ну, на максимально высоком уровне, тотально просто. Люди, ну, я не знаю, как можно не интересоваться базовыми вещами. Поэтому, когда вы покупаете квартиру, если вы это делаете сами, не соглашайтесь ни на какие компромиссы. Кабинеты, квитанции, только справка об отсутствии долгов. Почему? Потому что предприятие, обслуживающее теплоэнерго, водоканалы, газ, Киевгаз и все остальные, эти службы раньше были государственными, сейчас они почти все частные. У них есть базы старые, государственные, базы новые. И когда ты берешь справочку об отсутствии долгов, оператор, который выдает эту справку, он поднимает все эти базы, и все долги, даже самые старые, все равно появляются. Если вы просто по квитанции или по кабинету, какой-то долг где-то может заваляться, и потом вам будут его навязывать. И будут вам будут угрожать, звонить какие-то коллекторы. Но это сплошь и рядом, просто потому что вы не знаете своих прав, и вы не знаете, как с ними разговаривать. Mm-hmm. И люди просто этим пользуются и маніпулюють. Ну, тобто, треба вимагати від продавця конкретно по наявність всіх довідок, да, по каждому, тобто, по каждому запиту, сервису. Електроэнергия, там, все, электроэнергия, там, тепло, газ, горячая вода, водоотвод, холодная вода, вывезение мусора сейчас, вывезение мусора, потом придомовление территория, какие-то там могут быть домофоны, интернет. Вот все услуги, которые вы покупаете, mm-hmm. объект, он весь нафарширован какими-то сервисами. Ну, тобто, сервисами. По кожному питанню потрібно, да, должны быть справки об отсутствии долгов. Mm-hmm. Да. Это обязательно, если вы покупаете квартиру, чтобы там не было арендаторов. Потому что арендатор – это человек, который имеет первоочередное право по закону на приобретение этой недвижимости. Если вы занижаете цену в договоре, или, например, если вы занижаете цену в договоре, то арендатор может почитать или где-то узнать эту информацию и предъявить вам претензию. Поэтому, если там есть арендаторы, накануне должен собственник расторгнуть договор, выселить mm-hmm. арендаторов, вы должны осмотреть квартиру и только потом ее покупать. Угу. Ну, посмотреть можно заранее, но я имею в виду перед сделкой, чтобы она уже была пустая. Следующий Дякую. Важный момент. Снятие с регистрации всех зарегистрированных по этому адресу. Особенно несовершеннолетние дети и люди после 65 лет. Эти категории граждан, они попадают под закон про неповнолетних и беспритульных, и там, не помню, как он называется точно, неважно. Если вы покупаете квартиру, и там остаются зарегистрированные дети или люди преклонного возраста, вам потом будет сложно их снимать с регистрации. И вам надо будет заплатить очень большой гонорар адвокатам, чтобы они через суд это сделали. Обоснование, объяснение. И просто, как многие обыватели думают, я приду, покажу свой договор купли-продажи, и его выпишут. Не выпишут, потому что сейчас поменялась система. Сейчас система ЦНАПов. В ЦНАПе сидит оператор, который не понимает, что такое снятие с регистрации. Они просто берут документы и отправляют их в миграционную службу. Mm-hmm. Миграционная служба... Вот эти
вот департаменты, которые занимаются регистрацией uh-huh. граждан, они делают процедуру. Если там нет какой-то бумажки, вам вернули документы. Не, ну, и оператор, который принял, ЦНАП выдал, опять собирайте, идите подавайте. И так люди ходят бесконечно, и они не понимают, почему так. Ну, uh-huh. так у нас сейчас административная реформа. Я вас слухаю, я розумію, якщо просто купувати якусь квартиру без такой юридичної підготовки, адвокатів, для юристів, і нужен, це самогубство. Для этого и нужен, ну, это так и есть, для этого и нужен риэлтор. Потому что все вот эти вот точки риска, мы это все закрываем. Наш клиент приходит к нам в компанию, мы с ним составляем договор. Если это нормальный риэлтор, в якого є хоча б юридичного освіта, чи юристи у штаті? Если это нормальный риэлтор, если это приличная компания, в которой есть юрист в штате. Клиент заключает договор, мы подбираем варианты. Даже процесс подбора вариантов достаточно сложный, потому что очень много в интернет-пространстве фейков. Пока ты все это обзвонишь, пока ты узнаешь, пока ты добьешься, угу. пока ты запросишь документы по подходящим вариантам, пока ты их изучишь, только после этого мы ведем клиента, показываем то, что реально есть. Это все большой объем работы, который... Работа риэлтора, клиент видит только верхушку айсберга, а вот эта вся рутина этого не видит, так же, как работа адвоката. Да? Клиент видит адвоката в суде, когда есть подготовка дела, и в момент заключения договора. А что адвокат делает для того, чтобы выиграть это дело, клиент даже не может себе представить. Точно так же и здесь. Дякую, пане Сергію. А як от, я думаю, що у вас були такі ситуації, ви розумієте, з як цим працювати, якщо, наприклад, є орендарі, і які можуть бути наслідки, якщо орендарів не виселити перед договором про куплю-продажу. Тобто, я думаю, що нашим глядачам потрібно розуміти, якщо не зробити оце виселення тих, хто орендує квартиру, яку ви намагаєтесь, умовно, купити, тобто, які можуть бути наслідки цього? Не совсем полностью согласен и с практическим, и с теоретическим аспектом, то, что коллега говорила. Могу привести примеры из практики, почему сейчас с арендаторами тоже усугубилась ситуация. До недавнего времени судебная практика шла по такому пути, что да, преимущественное право у арендатора есть на покупку, uh-huh. но в отличие от преимущественного права второго собственника, нет в законе порядка его реализации. Вот буквально в 2018 году тоже Верховный суд сказал, ну нет порядка, значит будет аналогия. И в таком же порядке, как у собственника, переводят права покупателя на арендатора. Опять же, это крайне страшно, когда вы занизили... Это теперь зараз людскую мову, да, чтобы было зрозуміло, на конкретном примере. На конкретном примере. Я продал квартиру человеку, но были арендаторы, вы у меня арендовали mm-hmm. квартиру. Мы продали, опять же, занизили немножко стоимость. Вы смотрите, о, за 100 тысяч, так я эту квартиру за 100 тысяч гривен сам бы купил. Да. Mm-hmm. Вы вносите в суд на депозитный счет суда 100 тысяч гривен и просите перевести на вас права покупателя. И суд это делает. То есть собственником становитесь вы за 100 тысяч. Mm-hmm. У нас спор, конфликт между собой. Мы достаем расписки какие-то, что мы друг другу там под столом что-то давали, все, но уже поезд ушел, уже квартира у вас. За 100 тысяч гривен, за которые мы указали в договоре. Я условные цифры называю, просто для понимания. Согласна с вами. А расписки это вообще отдельная тема для разговора. То есть это, да, к сожалению, беда такая. То есть, ну, по поводу арендаторов, теперь другой аспект. Вообще, человек слушает и задаст вопрос, а как вообще узнать, что есть арендатор? Ведь у нас... вносятся в реестр только договоры аренды на срок, со сроком действия в обязательном порядке вносятся. Три угу. года и более. Соответственно, остальное по желанию сторон, но я на практике не видел, чтобы люди желали добровольно зарегистрировать аренду. То есть, как понять, что есть договор на год, который угу. может абсолютно нормально действовать? Это, опять же, прийти, ну, то, что посмотреть квартиру, это одно. Их могут попросить на это время уехать и сказать, что мы живем. Uh-huh. Идеальная ситуация, понятно, сейчас могут люди говорить, ну так не бывает, иногда там люди реально живут. Вот, никакой справки не получишь. Идеальный вариант – это арендовать квартиру у людей на месяц и потом с выкупом. То есть, чтобы она была чистая, чтобы вы фактически вселились туда до момента покупки. Uh-huh. Я понимаю скепсис там, с возможных... С практической точки зрения это практически нереально. Ну, собственники навряд ли на это пойдут. Собственники, ну, не всегда вот, понятно. Честно, мы говорим, к чему стремиться. Да. И, ну, стремиться, да, можно, примеров много. Практике, но на практике у нас uh-huh. были такие... Опять же, да, хорошо, не такие... получается так. Мы говорим, от максимума дальше идем. Не получается так прийти под любой
любым предлогом несколько раз. Прийти потом незапланированно туда, прийти посмотреть. Прийти к соседям, поговорить, поспрашивать, узнать, навести справки, конечно. Это все делается. И обычно, когда люди ходят на просмотры, и дверь открывают какие-то люди, риэлтор, тот риэлтор, который, профессионально работает, да, он уже заранее все узнает у собственника, и он уже знает, есть там арендаторы или нет. Другое дело, что в качестве арендаторов могут быть какие-то родственники, могут быть какие-то моменты пикантные, там какие-то знакомые, друзья, которые там, им негде, они приехали, негде было жить, попросили остановиться, пустая квартира, пожалуйста, пустите. Не вопрос, но просто позиция покупателя на момент сделки, пожалуйста, будьте любезны, мы перед сделкой хотим посмотреть пустую квартиру. Пустую квартиру посмотрели перед сделкой, вышли на договор купли-продажи, тут же вернулись, поменяли замки. Все. Все. Вот это от фактических арендаторов, назовем это так. А от юридических арендаторов нас не защитит ничто. Вот отвечаю на ваш вопрос конкретно. Не существует реестров договоров аренды, не существует организации, которая выдаст вам справку, эта справка будет защитой на все случаи. То есть появится договор аренды, он же в простой письменной форме. И действительно никто ничего не поделает. Ну, они его заключили, но он лежит, этот договор, выцветает себе. То есть его принесли, да. Ну, тобто, захиститися цієї ситуації, треба дивитись пункт перший, не занижайте стоимость. Здесь я тоже, я всегда рекомендую клиентам, понимаете, недвижимость — это такой товар, на котором нельзя экономить. Это не килограмм картошки, это не килограмм конфет, это капитал семьи, да, это все деньги семьи. И на таких вещах не экономят, потому что под удар ставится вся семья. И здесь надо быть очень внимательными, здесь надо искать специалистов, которые, действительно специалисты. И нельзя пренебрегать какими-то мелочами, потому что это очень важно. Это очень важно. Зрозуміло. Пане Сергію, ще таке питання до вас. А от як ви вважаєте, якщо накопичились якісь борги за комунальні тарифи у попереднього власника, яким чином захиститися від того, щоб ці борги не перекочували, якщо все ж таки не перевірити це вчасно? Тобто це борги переходять чи не переходять? І якщо вже така ситуація, коли є претензія якась, яким чином на це реагувати? Сначала отвечу на вопрос, что делать, чтобы снизить риски появления таких долгов. Безусловно, справки об отсутствии задолженности, но также не лишним будет прописать в договоре прямо пунктик, не все нотариусы это пишут, вы имеете право, то есть вы пришли к нотариусу, нужно понимать, что нотариус засвидетельствует вашу волю, вы вправе внести стороны, договориться и еще туда 10 пунктов своих внести. Если нотариус вам говорит, что у меня болванка, я от нее не отойду, разворачивайтесь и уходите от этого нотариуса. То есть идите к другому, который внесет тот пункт, который вы попросите. Главное, нотариус проверяет, чтобы эти пункты не противоречили законодательству. Этот пункт не противоречит законодательству. Если вы напишете, что стороны договорились, что долги сторона, продавец оплачивает по такое-то число пользования, по дату выселения, которую запланировали в договоре. Часто бывает так, я согласен, что стороны говорят, а нам жить больше негде. Мы сейчас продаем свою квартиру, покупаем следующую на месяц на выселение. Понятно. Для таких случаев вот отсечка до 30 числа ноября. Вы платите с 1 числа. Прописываются сроки передачи объекта. Дата есть, дата сделки, есть дата. Дальше бывают случаи. Вот я. Можливо, наприклад, писати у цей договір о тому, що колишній власник повинен виселити всіх орендарів там за місяць до цього. Колишній власник не вправе, він не має права вийти на сделку, якщо там є орендатор. Це стандартне. Це условие стандартне, як раз. Це всі нотаріуси пишуть, що гарантується, що ні. Що ні, опять же, всім можна написати, але не гарантувати це по факту. І на право орендатора підпись продавця не влияє. У нього все одно право є. Если договор действительно реально подписан. То есть это условие, но оно больше такой декларативный характер носит. То есть можно потом привлекать к ответственности имущественной такого продавца. Что бывает? Бывает, даже справка не помогает. Я начинал свой творческий путь в предприятии по газоснабжению, то есть один из поставщиков услуг. Да? И вот приходит к нам новый главный бухгалтер и говорит, списали долги людям, и люди, соответственно, получали справки об отсутствии долгов. Долги за сроком давности. Говорит, не нравится мне эта история, давайте восстановим их в учете.
Приходят люди со справками и... Тут довідка протирічить фактичному обставинам. Справка – это на 99% защищает, но бывают нюансы и со справкой. Поэтому, мы говорим, надо максимально и справки, и в договоре прописать. И, безусловно, если уже коллекторы приходят, когда у тебя договор, и просто вот человеку звонят, он берет вайбер, им скидывает там договор, где тут написано черным по белому. Не весь договор, а страничку. Отстаньте от меня. Да? И уже люди поймут, что имеют дело, как минимум, с человеком подкован. Да, который подстраховался, и он понимает, о чем говорить. Mm-hmm. И, как правило, на этом история заканчивается. То есть, как говорится, мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. То есть, все-таки, скрипя зубами, коммунальщики идут, ищут, куда переехал старый собственник, mm-hmm. если сумма долга позволяет это делать в плане материальном. То есть, есть смысл экономически искать. Если нет смысла, там 500 гривен долга осталось, они машут рукой, долг через 3 года списывается. Mm-hmm. Дякую. И, пані Лариса, ще таке питання. Тобто, ми розуміємо, що є такі от договори, за які розраховуються там переводом на банківський рахунок, а є якимось чином фактично гроші просто передають в конвертах, та і все. Я не пам'ятаю точну дату, але є постанова НБУ, уже довольно давно, по-моєму, уже пару лет, а може бути навіть і 3 роки, є постанова НБУ, яка говорить о том, що всі розрахунки між фізичними особами мають відбуватися щодо купівлі нерухомості, безготівковому на розрахунку. Тобто вже заборонено розраховуватися готівковими коштами? Це постанова Нацбанк, носит рекомендательный характер. Законодатель не наказывает стороны, если они не рассчитались. Например, люди могли рассчитаться до того, как они пришли к нотариусу, да, и прийти к нотариусу просто уже удостоверить договор. И нотариус не может это проконтролировать, и нотариус не является ни налоговым агентом, ни контролером, как они рассчитались. Но для клиентов, вот у нас был прецедент, когда, опять же, бракоразводные процессы, да, муж с женой совладельцы продали квартиру, деньги были переданы не по безналу, были переданы наличными, они рассчитались с покупателем где-то. Мы уже, к нам пришел клиент, который уже попал в эту ситуацию, мы потом уже разбирались и рекомендовали адвокатскую контору, к которой они обращались, клиенты. Они приходили с консультацией по другому вопросу. Так вот, они купили квартиру, где муж с женой начали бракоразводный процесс. Деньги не перечислялись по безналу. Цена в договоре была занижена. Вот мы все возвращаемся все время к этой заниженной стоимости в договоре. Потому что, с одной стороны, люди хотят сэкономить денег, а с другой стороны, они сами попадают в ловушку. Нельзя экономить на таких вещах, как недвижимость. И муж, когда подали на раздел имущества, муж вознае, я не знаю, закончился ли этот суд или нет, но он подал иск про визнання цього договору купли-продажі недійсним, тому що не було безготівкових розрахунків, не було квитанцій, не було факту отримання денег продавцом. І там ціла історія. Суди ще йдуть. Чим це все закінчиться, не знаю. Ну, якщо є така рекомендація від НБУ, ну, чому не виконувати цю рекомендацію? Чому не слідувати тому, що пише, ну, самі себе підстрахуйте. Квитанция все равно, приложенная к договору, подтверждает факт расчета. Кроме того, что можно взять еще нотариальное заявление от продавца, что расчеты произведены в полном... кроме договора, можно взять отдельно нотариально заверенное заявление от продавца, что расчеты произведены в полном объеме, претензий стороны не имеют. Подстрахуйтесь со всех сторон, потому что, кто про вас позаботится, если не вы сами? Но если есть рядом, например, компания риэлторская, которая понимает все эти риски, она скажет и настоит, чтобы это было именно так. А если никого рядом нету, вы, значит, в свободном плавании, вы сами несете ответственность за то, что вы делаете. Зрозуміло, пане Сергію, погоджуєтеся ви з цього приводу? І чи можна юридично робити з готівкою розраховуватися за нерухомість, чи краще цього не робити? Смотрите, с учетом вообще тенденции мировой, да, к безнальным деньгам в целом, у нас, наверное, скоро только семечки на базаре можно будет купить через там какие-то 5 лет за наличку. Мы к этому движемся.
Поэтому, конечно, нужно уже сегодня привыкать к этому. И что касается недвижимости, конечно, мы тоже всегда клиентам рекомендуем безналичный расчет. Но бывают разные ситуации, знаете, и ну, если бы вообще все рекомендации юриста выполнять в полном объеме, то сделки может и не состояться. Потому что ну, бывают попадаются, я их называю староверы, да, ну вот со стороны продавцов. Вот он уперся и все. Вот он говорит, я хочу наличку, я не понимаю этот ваш банк. Да не вопрос, вы банки. Получите наличку. Тогда, да, наличку, но тогда нужно обложиться, как коллега правильно сказала, документами. Прописать в договоре, что стороны подтверждают, расчет произошел до сделки в такой-то сумме, взять нотариальное заявление дополнительное. То есть обложиться бумагами и правильно прописать в договоре этот момент. Действительно, сегодня можно еще рассчитываться наличкой. Пока, но да, я думаю, что очень скоро уже будет, это, да. Я думаю, что с Нового года очень жестко будут ограничивать в этом, потому что сейчас приняли изменения к закону о финмониторинге, там все ужесточают, и я думаю, что это мировая практика, Сергей правильно говорит, и я думаю, что очень скоро мы сможем рассчитываться только по безналу. Но у продавца есть право, согласно договору, он по безналу получает вот эту гривневую массу, ну, денежные средства, да, в гривне за стоимость от продажи объекта, да, полную стоимость, и он на основании этого договора в банке может сразу снять всю гривну, ну, и иди себе, пожалуйста, конвертируй или тут же конвертируй в любую валюту, какую хочешь, и ходи с кэшем. Да, часто люди это краются. Безопасно. Люди просто не понимают, что у них никто не забирает наличку. Вы получаете свою наличку, но вы просто получаете гривну, и тут же вы ее меняете на доллары, и вот вам ваши доллары. Какая проблема? Там могут быть курсовые какие-то колебания вот чуть-чуть. Из-за этого надо у людей просто... споры часто возникают. Это просто, кто эту комиссию должен заплатить за снятие денег? Комиссия небольшая сейчас, но просто вот курсовые колебания могут быть камнем преткновения. Но это просто переговорный процесс. Это просто надо понимать, как это правильно все выстроить. Для этого и нужен. То есть структура сделки, сам сценарий сделки, вот это все провести, это все красиво сделать, подготовка документов, подбор вариантов. Это такой большой кусок работы. Этим и занимается риэлторская компания. Пані Лариса, у мене ще таке питання. Є от, я знаю, що такі обтяжуючі моменти щодо нерухомості, от, наприклад, в якості от пам'ятки архітектури, там, приналежність до там, державного там, якогось історичного значення, таке інше. Тобто, це важливо, є, якісь, якимось чином реєстр таких будівель, ну, наприклад, для того, щоб, якщо купити якусь нерухомість, щоб потім через рік, через два, через десять держава так каже, так це ж пам'ятки архітектури, ви не мали права її купувати і забрати цю нерухомість у державу. Есть процедура, она, конечно, несовершенна, эта процедура, чтобы получать справку больше 30 дней о том, что это памятник архитектуры и что можно купить эту недвижимость. Это предусмотрено законодательством, сложно получить, честно говорю, мы недавно получали, на Гоголевской продавали объект, получали такую справку, сложно ее получить, но это все возможно. И опять же, простой обыватель, клиент с улицы, он не получит такой документ. Во-первых, он не знает о том, что это надо, потому что он не имеет доступа к этим реестрам, а мы это все проверяем вместе с нотариусами. Во-первых, он не знает об этом. Во-вторых, он не знает даже, куда идти, он не знает процедуру подачи этого заявления, документа. Там целая история, пока ты это все получишь. И это тоже... А як зрозуміти, нерухомість, вона якимось чином обтяжена цими формами, тобто, там, архітектурними, пам'ятними, історичними чинами? Есть прямые... Ну, во-первых, на дома, которые являются памятниками архитектуры, это самое банальное. Висит прибита табличка «Памятник архитектуры». Ну, это багато потом. Такого є, да. Потом есть примерии на Спасской, вот этот комитет или управление по памятникам архитектуры, где вы можете прийти и навести справки. Вот у них есть реестр. И есть новые объекты, которые туда добавили. Вы можете прийти, написать заявление в канцелярию, дайте мне, пожалуйста, информацию относительно такого-то объекта по адресу, является ли это памятником архитектуры. Только в письменном виде. Все документы, все звернения, все надо делать только в письменном виде. Они вам говорят, да, есть. Тогда следующее заявление вы пишете от собственника, или он дает доверенность на его представителя. Там неважно, кто это пишет, что мы просим дать согласие на продажу объекта по такому-то адресу, потому что он является памятником архитектуры. И это согласие должно оставаться у нотариуса в его наряде по проведению этой сделки.
Ну, тобто, в принципі, це робота ріелтора, чи юриста, чи адвоката? Ну, це сервіс, понимаете? Весь пакет документів, ріелторська компанія, вважаюча себе ріелторська компанія, вона підготовить весь пакет, вона розпише клієнту пошагово, вона візьме його за руку, або візьме від нього довіреність, вона собере ці всі документи. Ріелтор, клієнт на сделку должен прийти в хорошем настроении, он должен прийти і понимать, що один получит деньги, другой получит собственность. Все, вся остальная кухня їх не должна волновать. Это и есть работа риэлтора, это и есть сервис. Все документы собрать, все проверить. Проверить, чтобы не было никаких админ-порушень по кодам, чтобы не пришли к нотариусу, начинается. Здесь висит заборона на все майно на вичужине, тут еще что-то висит, тут однофамилец где-то в каком-то Одесской области, полный однофамилец, нету идентификационного кода, и начинаются всякие разные истории. Для этого это все и делается заранее. Когда люди приходят на сделку и просто подписывают договор купли-продажи, жмут друг другу руки і розраховуються, це вищий пілотаж. А от, пані Лариса, я от таке питання задам. От якщо брати ріелторів, от 100% ринок ріелторів, от є якісні ріелтори, а є неякісні ріелтори. Тобто, які, в принципі, ну, не роблять цю всю роботу, просто клієнт може і не знати, зробили цю роботу, не зробили. Просто в процентному співвідношенні приблизно десь як поділений ринок. Тобто, скільки добросовісних ріелторів, скільки недобросовісних. От приблизно з вашої точки зору. Я не знаю взагалі, скільки... Ну, я не знаю, кто риэлтор, кто не риэлтор. Если мы берем, например, данные по налоговой и смотрим КВЭДы про агентство недвижимости, то по всей Украине, ну, наверное, это будет 1090 человек. Не факт, что эти все, это могут быть юрлица, могут быть ФОПы, не факт, что все эти люди занимаются профессиональной недвижимостью. Очень сложно... Надо искать, надо наводить справки, надо приходить смотреть, что это за компания, что это за офис, надо посмотреть документы юрлица, надо проверить реестр юридических лиц, есть ли у них разрешение именно на эти виды деятельности, там, агентство недвижимости, там, там есть КВЭДы, при регистрации юрлица или ФОПа, которые разрешают заниматься этим видом деятельности. Легально. Если этих КВЭДов нету, значит, человек не имеет права заниматься этим видом деятельности. Пока на сегодня это так. Ну, а в процентном соотношении, ну, важко сказать. Это сложно сказать. Я думаю, что так, чтобы вот, ну, наверное, 50 на 50. Но это как в любой профессии, которая... которая вот, ну, адвокаты, у них есть лицензия, да, или лицензия, так, или свидетельство про занятие адвокатской деятельностью. Дисциплинарная комиссия. Это то, что мы выписали, мы брали ваш закон за аналогию и выписали то же самое для риэлторов. С погрешностью на то, что мы... всего не приняли, да? Ну, я думаю, что скоро очень это все будет уже. С погрешностью на то, что мы просто другие услуги оказываем, мы выписали суть своих услуг там. Дякую. Да. Пане Сергію, а от якщо ви подивитеся на от частину ріелторів, які неякісно працюють, як можна захиститись від цих, от, цих людей, які неякісно надають послуги? Тобто є сенс, наприклад, якщо має на меті громадянин України купити нерухомість на вторинному чи первинному ринку, просто паралельно з ріелтором, там, юриста чи адвоката ще найняти, щоб він окремо слідкував за ходом цієї справи? Отвечаю. Значит, вот правильно коллега в самом начале сказала, все зависит от условий договора. Клиент, человек должен понимать, за что он платит. Если он звонит по телефону, здравствуйте, я по объявлению, вот конкретная жизненная история. А там на том конце провода риэлтор. Там девочка, которая называет себя риэлтор, естественно, она даже ФОПом не зарегистрирована, то есть бегает, называет себя риэлтором. Ну, вот так бывает. Открыла там себе офис и называет себя риэлтором. И называет 3% от сделки, которую она получит непонятно за что, да? У человека должен родиться вопрос. И при этом часто даже договоры, вот с людьми общаемся, не предлагают, не то, что не заключают, они сами даже не предлагают. То есть, здравствуйте, идем на показ. Ну, если что, вы там, ну, в конце мне там 3% отдадите. Ну, это уже должно человека насторожить. Это значит, уже, этот да. человек ничего не гарантирует. А как насчет договорщика? Читаем договорщик. Я такая-то, такая-то показываю квартиру, что-то там проверяю, какие-то справочки, и в итоге вы мне платите 3%. Тоже должно насторожить. То есть человек должен платить за услугу по анализу отдельной строкой, и оплачиваться она должна независимо от результата. То есть
человек должен быть, который эту услугу оказывает, не зависеть заработок его от результата. Наоборот, человек должен спасибо еще сказать, что он за 3 копейки установил истину, докопались там и нашли проблемы по этой квартире, и, слава богу, он ее не купил, понимаете? То есть заплатив 3 копейки, они... Да, вот такие условия должны быть. Мы исключительно на таких условиях, допустим, работаем. Если к нам приходят, там, комплексный анализ сделайте, мы прописываем это прямо в соглашении с клиентом. Ну, то, в принципе, если у договоре есть конкретный пункт, что якщо ви з нами співпрацюєте, купите ви квартиру чи не купите, але ви 3% повинні заплатити. Ні, там не о 3% даже річ не йде. Іменно за цю услугу не йде. Окремо, це здільне, да, можуть йти по факту сделки вже. Ми говоримо, що будь-то юрист риелторської вважаючої себе компанії, це окремий пункт договору, або окремий договор, це свобода договірних відносин, неважно. Либо це адвокат, юрист. Ну, якщо такий пункт є, це вже хороший. Головне условие, да, що чоловік должен отдельно заплатить за due diligence, так называемый, как бы это по-модному сейчас называют. А по сути это правовой анализ и правовой, и фактически, в общем, полностью этого объекта. То есть все его подноготные, вот и дома. Но что бывают ситуации, когда, с одной стороны, если посмотреть там формально в реестре, ну, зарегистрировано все, ни обременений, ничего. А там выдел произошел. Копаем чуть глубже, а выдел произошел без согласия второго лица по заявлению. Не по договору о выделе доли, а по заявлению собственника произошел выдел. А это неправильно. То есть, и это нарушение, которое нельзя устранить. Да, есть много нюансов, да. И вот за анализ этих нюансов человек должен заплатить за эту услугу. Услуга чем отличается от работы? Вы же Укртелекому не платите или МТСу за то, договорились ли вы по итогу сделки, да, со своим партнером или нет. Вы платите за услугу, то есть потребили, заплатили. Да. Зрозуміло. У нас еще одна хвилина на реплику с вашей стороны. И такие на себе. Совершенно согласна с Сергеем. Что еще хотела сказать, что подписывая договор, обязательно к договору мы, например, предлагаем клиенту акт прямопередачи. Если у нас есть договор на поиск объекта, описываются параметры поиска, и каждый объект фиксируется в этом акте. Для чего? Для того, чтобы и клиент видел, сколько он уже посмотрел вариантов, и может происходить корреляция заявки, потому что, как правило, в процессе заявки любой покупатель, который заходит, оно меняется. И будьте бдительны, наши господа, ну, граждане, потому что, ну, ваша безопасность в ваших руках. Вы, когда приходите куда-то, вы должны поинтересоваться, к кому вы пришли и зачем вы пришли, и что вам предлагают взамен. Если вам даже не предлагают договор, это очень сомнительный риэлтор. Это я точно могу подтвердить слова Сергея. Ну и нашим глядачам я все-таки хочу сделать такое звернення. В принципе, вот мы в этой программе намагалися высветлить подводное каміння таких ситуаций, для того, щоб ви приблизно мали розуміння, яким чином і на який ризик ви йдете, коли робите от купівлю-продаж, договор куплі-продажу, особливо на ще й нерухоме майно, без юридичної підготовки, серйозної. Тобто ми навіть зараз і студії дійшли до висновку, що в принципі можна, мабуть, це робити якимось чином самостійно, але краще цього не робити, щоб уникнути проблем у майбутньому. А я все ж таки настав час прощатися з нашими гостями. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Цієї години зі мною у студії були адвокат Сергій Ковальов та віце-президент спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога. Дякую за розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.